архив, накопившийся за десятилетия работы, это наша с вами память. Вместе с ГТРК выросли целые поколения. Сегодня у нас и у вас, телезрители, есть возможность вернуться в прошлое. Мы предлагаем вашему вниманию отрывок из кинохроники. Ноябрь 1986 года. В Абакане открытие чемпионата Европы по хоккею с мячом. На международный турнир приехали ведущие команды, торжественное открытие, парад спортсменов и решающая игра между командами Енисей СССР и Ветландия Швеция. Если вы были в числе болельщиков на трибуне, храните автографы хоккейных звезд, звоните к нам в редакцию. Также, если вы уверены, что однажды попали в объектив видеокамеры, сообщите. Мы попытаемся найти уникальные кадры для вашего семейного архива. Телефон нашей редакции прежний 22 72 82.